И возвращаясь к последним, это тоже эгоисты. Они вступают в реакцию все, что вы добавите к ним. То есть они друг с другом очень хорошо, друг с другом сотрудничают. Mm-hmm. То есть если вот есть такое блюдо грузинское, джапсандал, да? Да. Там вот болгарский, там все последние. Да. Вот, это очень хорошо сочетание друг с другом. Они не скисают друг другом, не окисляют рагу и так далее. Рагу овощное, например, да, где там баклажан используется, болгарский перец, там картофель. Картофель, да. Тоже очень правильное сочетание. Помидоры, абсолютно верно, да. Это правильное сочетание. Если вы добавите зелень или какие-то зеленые компоненты, ничего страшного. Зелень считается нейтральным. Это клетчатка, это волокна растительные. Сколько угодно. Сколько угодно, неважно. А вот если вы добавите огурец, огурец что это? Это щелочной продукт. А помидор это посленовый, как мы сказали уже, кислый продукт, да. И вступая щелочь с кислотой, что возникает? Реакция. Реакция. Бродильная реакция. По такому же принципу, как кофе с молоком в кишечнике.